Сороки – это праздник, посвященный встрече весны. Считается, что к этому дню из теплых стран после зимовки прилетают 40 видов перелетных птиц, в том числе жаворонки. В честь этой птички хозяйки пекут особые булочки, которые так и называются жаворонки. Их готовят в виде птиц. Этой выпечкой женщины угощают детей. В музее на празднике дети в игровой форме узнали много нового для себя. Почему именно жаворонок считается божьей птицей, как на Руси отмечали этот день, как надо зазывать весну. С большим удовольствием ребята приняли участие в играх. Отгадывали загадки, произносили скороговорки. Мальчишки мерились силой в перетягивании каната, водили хоровод и играли в ручеек. Обязательное действо праздника – украшение обрядового дерева, на которое ребята повязали ленточки. Дети ушли с хорошим настроением и с новыми знаниями о старых добрых традициях и празднике Сороки.